Приехали, ну хозяина дома не оказалось. Замок висит. Вот, вскрывать, конечно, не будем. Мы поедем дальше, посмотрим другие озера, рыбные места. В общем, здесь мы останавливаться не будем. Красиво, конечно, тут офигенно. Ну, мы поедем дальше. Что там? Клюква? Приветствую вас, друзья мои! Сегодня у нас, короче, закрытие сезона зимней рыбалки. Сегодня с моей напарницей Мариной поехали на озеро, на которое не всем доступно сюда попасть. Попали по знакомству. Вообще должны были найти одного местного, скажем так, ханта. Но мы его не нашли, как оказалось. Он куда-то уехал. И мы решили сами поехать разведать озеро. Вот на озере сейчас оставили уже 10 жерлиц. Не знаю, что из этого выйдет. Мы вообще приехали с ночевкой. Сегодня весь день будем рыбачить и будем еще рыбачить завтра. Вот. Что из этого получится, смотрите сами. Ну, собственно, такое озеро. Ну, можно сказать, это заводь основного самого озера. Основное озеро вот там. Оно очень большое. Мы далеко не стали ходить. Решили вот здесь вот расположиться. Вон уже расставили жерлицы, куча жерлиц, ну сколько куча, ну 10 жерлиц мы поставили. Поставили палатку, в общем, мы в ожидании щуки. Живец на месте! У нас уже четвертая холостая сработка, вот чисто вот на это, на одной жерлице сработка четвертая. Вот не знаю сейчас, что-то там будет, нет, ну короче, не мотает. Не, нету. Хотя живец-то на месте, ну немного-то размотала она. Вот на этой жерлице один тройник. Значит, пойло сегодня не работает. Там леска шевелится. На-на, его перехватывают. Живца. О, о, потащила, потащила. Сход увидеть. Нет, не хочу. Ну что-то есть. Да можно. Вот и сход. Да? Сход? Нет. Или да? Нет. Ой, тебе зимой. Ой, какая небольшая. Вообще. Видишь, какая красивая здесь. Ну да. We'll be right back.
Ну вот, друзья, заканчивается наш первый день рыбалки. Поймали всего лишь одну щуку, такую небольшую, даже ну, килограмма в ней нету. Сейчас собираемся и едем в деревню, где мы созвонились уже, сказали, что нас примут, переночуем у хороших людей и отправимся потом уже в другое место, уже на другое озеро. Оставайтесь с нами, я думаю, вам будет интересно. У нас второй день рыбалки, значит, подъем был в 6, мы приехали на место уже в 7. Значит, мы ехали чисто выборочно, увидели вот карьер, вот сзади меня видно там песок намытый там, машину там поставили, буквально, ну вот, сколько тут, прошли метров 50, может 70. И вот буквально возле берега замерили глубину примерно, ну, 2-3 метра, то есть такая глубина практически у берега, потому что на карьерах всегда глубина большая и вода чистая. Вот сейчас поставим жерлицы, в этот раз на второй день попробуем побольше поставить жерлиц. Вчера мы ставили 10, в общем, сейчас побольше, ну, штук 20 поставим. Значит, погода, конечно, у нас сегодня такая же ветреная, но солнечная. Все, погнали. Только поставили, уже первая сработка, пока устанавливаю жерлицы. Небольшая, да, конечно. Ну, щука есть. Не зря мы, конечно, приехали на карьер. Ну вот такой карьер, вон дорога рядом, машины он ездит, работяги тут работают. Ну, мы не работаем, скажем так, почти, ну, бегать немножко приходится. Вот такой вот карьер. Уже были сработки. Я уже поймал. Сегодня вообще прям изумительная погода. Бывают такие моменты, когда вот жерлица срабатывает, то есть получается поклевка происходит, но флажок не встает, а катушка крутится. Вот. Это происходит из-за того, что, вот, допустим, берем флажок, сильно его вот так вот загибаем, чтобы, вот, допустим, флажок держался на катушке. И вот если сильно загнешь, то есть она будет крутиться, прокручиваться, а флажок не будет стоять. То есть немного вот эти моменты надо учитывать, чтобы сильно не загибать. Буквально там, буквально вот так вот. Блин, Ева.
Вообще маленькая. Иди домой. Ну, сработки, в общем, есть, ну, скажем так, не прям часто бегаем, но были и холостые, были сходы, и я вот ловил небольшую щуку, я ее отпустил, вот, пусть растет. Ну, сейчас посмотрим, что там у нас Марина поймает. Ну, поймали такие примерно, ну, я максимум, я вот одну такую полторашку где-то вытащил, может, чуть больше. Ну что там есть? Нету, да? А, ну вот холостая сработка, как я и говорил. Бывают и такие случаи у нас. Такая нормальная. Много, да, размотала? Да. Опа. Зажала. Только вытаскивает. Красавично. Откройте ротик. Покажите зубки. Животному миру. Короче, вчера мы собирались, вот и добур оставил, пришлось возвращаться на второй день. Никто не взял, пролежал сутки, переночевал он тут один в одиночестве. Вот. Пришлось проехать обратно километров 30 и сейчас еще обратно возвращаться к месту рыбалки, обратно. Вот. Так что бывают такие ситуации. Так бы я про него бы забыл и вообще бы уехали домой. Ну вот пока мотались за ледобуром, у нас сработки 3. У Маринки вообще там вымотала всю леску. Проверяем. Что там? Нету. По-моему. Да нет. Живец на месте. Так, это одна. Вон еще вторая. Сейчас эту проверим. О, есть. Что-то есть. Или за что-то зацепилось. Блин. Зацепилась за корягу, что ли? Блин, что теперь делать? Видать, была сработка. Щука утащила куда-то под корягу. Скорее всего, надо будет рвать. Кстати, мы еще пробуем сегодня вот на мойву половить. Купили мойвы. Килограмм. Вот. Бывает такое, что привлекает щука. Щуку привлекает запах мойвы. Будем пробовать. Ну вот попробуем на мойву. Мы сегодня на хвостике будем ловить. Она пахнет, конечно, привлекательно. Вот, кстати, сработка у меня на мойву. Я половинку оторвал. Вот, на хвост зацепил. Вот, первая сработка на мойву.
где-то с килограммчик. Килограммовая. Есть, на мойму, офигеть. Классно. Ну вот. Еще одна щука. Ну что-то да. К обеду уже она прям вялая-вялая стала. Ну хотя когда вытаскиваешь ее, он нормально двигается. Не как вчера. Вчера вот одну поймали. Она просто ее достали. Она просто лежала, даже не шевелилась. А может уже и выплюнула? Может. Да нет, ребят. Нет. Нету? Да. Нет. Водоросли. А, нет, здесь не мой его. Дохлый живец. Дохлый. О, мотает. А здесь что, живец или? Ушла. Ушла? Угу. Да что такое, а? Одни, блин, сходы. А здесь хорошо мотала. Здесь, по-моему, вода, смотри, какая прозрачная. Да, чистая вода. Сожалею, я не помню, что было. На мойву? На мойву. А, ну вот она, вот это у нас жерлица стояла здесь, на мойву. Даже неделю назад. О, с икрой, да, прям? О, нифига себе. То есть она не оранжевая, а прям темная. Прям уже, да. Уже готова отметать, как будто бы. Ну да, прям такая зернистая, уже плотная икра. Столько икры получилось. Со скольки щук? Раз, два, три, четыре, да? С четырех. С четырех щук. И столько икры. Полтора дневная у нас рыбалка. Я считаю, для закрытия зимней рыбалки оказалась достойной. Поймали мы 13 щук. Работали только жерлицей. Балансиры пробовали, не работали. Получается, ловили еще и на мойву, даже на мойву щука брала. Ну, нам, конечно, мешал ветер, обветрило лицо, морда лица немножко покраснели, загорели. Огромное спасибо хотел передать это Ольге и Алексею за то, что нам предоставили ночлег. Вам привет, вот, а на этом я буду заканчивать. Всем до свидания, скоро открытие весенней охоты, будем готовиться. В общем, подписывайтесь на канал, всем пока, всем счастливо.